Ну, после бархатной революции, после того, как Партунян и Алиев начали переговоры между собой, там достаточно длительные переговоры на уровне МИД, хотя стороны говорили, что это пока не переговоры, а дискуссии и так далее и тому подобное, но говорили о мирном процессе. Но потом и даже была попытка, так сказать, сделать тракту, да, на уровне, так сказать, государств, делать так, чтобы связались между собой и представители общественных кругов. Сначала был как бы визит журналистов. И это как бы для многих, так сказать, многие начали говорить о том, что вот процесс активизировался и на этом уровне. Но потом июльские события, вот что сломался, так сказать, что июльские события, и потом уже отставка Мамедьярова. А что означает отставка Мамедьярова в этом плане? То есть она означает, что мы прощаемся с мадридскими принципами, с этим наследием, что, в котором участвовал, в создании которых участвовал господин Мамедьяров, или это будет означать, что в целом внешнюю политику будет вести администрация Алиева, а внешнеполитическое ведомство не будет сильно участвовать в этом. Спасибо большое. Я бы хотел бы начать. Вы там задали вопрос о роли мира, и уже были высказаны мнения. Знаете, в свое время Грант Матевосян, выдающийся армянский писатель, очень хорошо сказал в начале Карабахского конфликта в 1992 году: до тех пор, пока мы, армяне, не будем понимать боль и страдания азербайджанцев и турок, а азербайджанцы и турок, в свою очередь, не будут понимать боль и страдания армян, никакого мира в регионе не будет. То есть, и эта картина, она с того времени по сей день идет. Каждый говорит о себе. Каждый апеллирует к своему мнению, к своему страданию, к своей истории, а другую сторону видит только вот в негативном свете. Проблема еще в этом. Кстати, говоря также, хотел бы сказать о роли внешних игроков, до 1994 года ведущую роль действительно играли армяне и азербайджанцы, ну и Россия. Но Россия, правда, непосредственно, то армянам помогал, то азербайджанцам. А после нефтяного контракта знаменитого в регионе появились геополитические игроки. И уже армяне с азербайджанцами превратились из ведущих игроков в ведомых. Да, тогда же я, кстати, сделал прогноз, что все, говорит о решении Карабахского конфликта в ближайшие 40-50 лет несерьезно. Будут периодически 2-3 дня боевые действия, будут бесплодные долгие десятилетия переговоры, но реально ничего не будет. Меня тогда обвиняли в чем угодно, говорили, это невозможно, будет. Прошло четверть века, все то же самое. Есть, мы говорим о роли геополитических игроков, сейчас в данном случае о роли Турции и России, но пытаемся сделать вид, что якобы мы сильные, мы что-то можем, на самом деле это не совсем серьезно. Сейчас еще есть вопрос энергоресурсов и влияния. Да, сегодня ведущие игроки, я, кстати, не люблю слово «запад», коллективный «запад», такое понятие на самом деле это чисто советское понятие. Есть Соединенные Штаты, есть Евросоюз, даже внутри Евросоюза есть разница. Сегодня они отошли в сторону, и поэтому сегодня реально в регионе и только Россия и Турция. Другое дело, что, возвращаясь, а вот роли Турции. Для Турции наш регион – это чисто дипломатический регион. То есть, если для Турции, например, гораздо более важна Сирия, она затрагивает безопасность Турции, поэтому она там активна. Что касается нашего региона, Турция не видит угрозы со стороны, скажем, Армении или тот же конфликта с Азербайджаном. Это часть большой такой геополитической игры, в рамках которого они знают, что вот Россия укрепляет свои базы, свое влияние, тогда, значит, мы будем влиять в свое время. Это такая игра. Если кто-то думает, что будет большая война, и, честно говоря, я в это не очень верю. Больше интерес у Турции на том направлении. Что касается теперь вопроса об Азербайджане. Начнем с этого. С июльского события. Начнем с того, что Эльмар Мамедьяров, конечно же, не принимал, ну, у него не играет главную роль. Все в руках Ильхама Алиева. Да, переговоры конкретно ведется, так сказать, через Мамедьяров, но это просто сами должны понимать, что это пешка. Он просто исполнительный чиновник. Другое дело, что в последнее время у Ильхама Алиева достаточно сложная ситуация, и отставка Мамедьярова, безусловно, это недовольство идущим переговорным процессом. Ведь на самом деле что получилось? В 2007 году, когда Минская группа, сопредседатели, они приняли так называемый мадридский принцип, они тогда же заявили, все, больше ничего мы не можем внести,
На столе есть документ. Теперь все зависит от президентов двух стран. Это было сказано тогда. И с того времени все попытки что-то там изменить, подходы и так далее, всегда был один ответ. Мадридский принцип, они на столе, надо их подписать. И после этого начнется уже конкретная работа. А никто подписывать не хотел, в силу многих причин. Все. Поэтому-то это отставка Мамедьярова, конечно же, это недовольство позиции сопредседателей, местной группы, безусловно. Поскольку мы сами уже знали, много раз видели в ходе переговорного процесса, что каждый раз, когда к власти кто-то приходит, или на уровне президента, или на уровне министра иностранных дел, естественно, это означает недовольство, и, соответственно, с этим должен быть новый переговорный процесс на новой основе. Будет ли это сейчас, скажем, это достаточно сложный вопрос. Потому что, на самом деле, все-таки к настоящему времени сложился определенный баланс сил, изменять который сейчас никто не хочет и не может. В отношении, скажем, подходов, вот я не зря начал с Гранта Матевосяна. Скажем, у нас в Азербайджане, в азербайджанском обществе, несколько иной подход. Первое время, когда пришел Пашинян к власти, действительно, в Азербайджане было очень большой интерес. Первый раз, кстати говоря, в первый раз к Армении был очень большой и позитивный интерес. Первый раз многие, значит, и политики, политические организации с интересом смотрели на идущие в Армении процессы. И даже Ильхам Алиев, если обратить внимание, он не воспользовался тогда ситуацией, все-таки смена власти, революция, это все-таки определенный хаос какой-то, да, то есть нестабильность. Но ничего такого не было, если обратить внимание, тишина стояла. Было время, в ожидании. Была надежда, что Пашинян – это не Саркисян. Да, у Саркисяна были очень в последнее время плохие отношения с Алиевым. И была надежда, что с Пашиняном ситуация изменится. В первое время даже пошли более или менее интересные переговоры. Даже если посмотрите, например, вот в Тавузском районе, вот на границе с Арменией, на том участке, там даже Азербайджан договорились, что войска будут отведены, там будут пограничные войска контролироваться, кстати говоря. Это было тогда принято решение. Но сильно ситуация изменилась в Азербайджане, в Армении, кстати, этого пока что до сих пор не понимают, после визита Пашиняна в Карабах, где он заявил, что Карабах – это часть Армении. Это взорвало азербайджанское общество. Это, по сути дела, сыграло для азербайджанцев такую же роль, как и заявление Алиева о Ереване. Понятно, что и в том, и в другом случае это было популистское заявление. Выступление Пашиняна было ориентировано. Также на аудиторию внутреннюю была рассчитана. Алиев тоже говорил в расчете на внутреннюю свою аудиторию. Но отреагировали жестко другой стороны. В одном случае армяне, это по поводу захвата Еревана. В другом случае азербайджанцы восприняли слова Пашиняна очень негативно, как призыв к войне. Вот в Армении как-то это, в армянском обществе как-то это не очень обращает внимание. Считалось так, что если Карабах это часть Армении, то о чем тогда с Арменией вообще вести разговор? О юридическом оформлении захвата части территории Азербайджана, мы на это не пойдем. Вот так это воспринималось в Азербайджане. После этого пошел накал, вот такой, волна пошла, что усилилась вот, милитаристская риторика. Она и до этого, конечно, была. Но после этого началась жесткая вот такая милитаристская риторика, призывы к войне очень активные. Пандемия остановила на время. Но только ли на время? Было ясно, что малейшая искра, и ситуация взорвется. И вот к вопросу об июльском событии. Что она показала? Она показала, что нет сейчас уже Карабахского фронта. Есть армяно-азербайджанская линия фронта. Это раньше было, мы говорили, Карабахский фронт, и думали только о линии фронта там. А сейчас мы видим, что это везде. И в Карабахе, и на линии армяно-азербайджанской границы мы должны говорить уже о линии фронта. То есть граница, это, кстати, еще один вопрос, что проблема отсутствия демаркации границы. Если у Азербайджана с Грузией из-за этого проблема, периодически возникают конфликты, а это еще союзная страна, то с Арменией, которая ведет война уже три десятилетия, отсутствие границы как таковой приводит к тому, что там постоянно возникают конфликты. Что в первый раз, что ли, в том конкретно вот, в Тавузском районе были перестрелки и конфликты? Да нет. Даже более того, в 2012 году, кстати, там погибло гораздо больше людей, чем сейчас. То есть это периодически на линии фронта. После 2016 года мы уже должны говорить, что идет вот такой не карабахский конфликт. Карабахский конфликт – важнейшая часть
Но все-таки мы должны говорить об армяно-азербайджанском конфликте. И то, что оно перенесло впервые на другие страны, и в России особенно, и в Европе, в Америке, это говорит о том, что мы сейчас находимся на опасной стадии, на самом деле. Другое дело, что я, честно говоря, воспринимаю, мы сегодня говорим о России и Турции, вот такие вот российско-турецкие отношения, они очень сложные, но есть много позитивного. Позитивное заключается в том, что все-таки есть объединяющие Эрдогана и Путина. Они не любят Запад, они не принимают у нас Западе, то есть они объективно являются союзником в этом плане. Да, у них происходят конфликты интересов во многих регионах мира, но мы видим, что плохо, вот как сказал вот Владимир Аватков, плохо, с вопросом, но какие-то процессы они решают. И я полагаю, что даже вот в Карабахе, в нашем регионе, все-таки до серьезного войны между, скажем, Россией и Турцией дело не дойдет. Скорее всего, идет притирка определенных позиций России и Турции. То есть они решают, где у одного кончается зона влияния, где у второго, и на чем можно вот где-то остановиться или найти общие пути соединения. Да, периодически они будут выступать с громкими заявлениями. Вот эти маневры, это тоже часть этой большой такой геополитической игры. Но до конфликтов, дело не дойдет. Все-таки наш регион, Турция воспринимает как регион, где Россия действительно большую роль играет. Это есть понимание такое. Другое дело, что есть понимание, что надо что-то взять и себе. Да, вот в Грузии есть, в Азербайджане это тем более. Остается Армения, она, естественно, это влияние, безусловно, России. Что касается России и Азербайджан, то я бы не сказал, что в Азербайджане сильное влияние России. Есть российские силы, но все-таки не сильное влияние. Скорее мы можем говорить о бизнес-интересах семьи Пашаевых в России. Тоже, кстати, важный фактор. Еще неизвестно, какой фактор для России важнее и сильнее политически, союзная Армения, военной базы, или, скажем, бизнес-проект, это миллиарды долларов, где каждая страна может заработать. Вот это моменты уравновешивают, скажем так, для России отношения к одной стране, к Армении, и уравновешивают отношения с Азербайджаном. Поэтому, если мы видим, что Россия, по идее, должна поддерживать Армению, они союзники там, и так далее, ОДКП, но, с другой стороны, мы видим, что на особый конфликт с Азербайджаном тоже не идут. Этот момент. И Россия действительно будет играть сегодня в условиях, когда Запад, Евросоюз и США, скажем конкретно, они временно отошли, но временно, потому что есть еще иранский фактор и проблема взаимоотношения с Ираном тоже со временем может обостриться. Но я думаю, что еще раз, возвращаясь, мало времени, еще раз, я думаю, что радикально ничего такого не происходит. Происходит просто очередной этап эскалации в долгом азербайджано-армянском конфликте при участии внешних игроков. То есть, если вы думаете, что завтра не будет конфликта, будут и завтра. И мы снова будем завтра, через несколько лет, может, через 2 года встречаться и обсуждать, вот, что произошло сейчас, почему эскалация и что будет завтра. А потом послезавтра мы встретимся. Потому что, повторяю еще раз, я не верю в ближайшие мирные перспективы между армянами и азербайджанцами, так будем называть шире этот момент. Я не верю в это. Но считаю, что вот эта ситуация еще долго продлится.